наклоны вперед, в середину, в сторону. Разминка, передача мяча, нападающие удары. Анастасия проводит мастер-классы по пляжному волейболу уже не в первый раз. За ее плечами большой опыт игры и победы на соревнованиях. Мы это все просто отрабатываем, внедряем некие элементы координации, именно касание мяча, то есть чтобы повышать уровень и качество игры для подрастающего поколения. Тренировка прошла в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Профессиональные волейболистки рассказали секреты игры для ребят и школьных команд округа. Мария занимается уже второй год и всегда старается поучиться у более опытных игроков. Полезно тем, что навыки получаем и как-то учимся все-таки. И как бы команда во время мастер-классов сплачивается, сплоченная становится. В конце мастер-класса все участники сыграли в волейбол 2-6. Подобные занятия пройдут еще не раз, до середины сентября. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».